И наша школа считает классику, классический балет идеалом. Ну, собственно говоря, на классике строится все. Любой вид танца, и спортивные бальные, и даже современный танец все равно в основе своей, в основе, как скелетик такой, это классика. Поэтому у нас уже второе сегодняшний бал, выступление начинающей балерины Ксении Васильевой. Ксения ученица школы Лавровского, хореографическое училище школы Лавровского. Ксения станцует вариацию из балета «Дон Кихот», вариация «Идри». Вокальное выступление, и потом Ксюша станцует еще одну вариацию.